Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас с вами распаковочка вот такая вот. Я собирала долго уже эти посылочки, все одна к одной, разделила, чтобы были более-менее, как бы не были вместе, чтобы можно было, скажем так, однородно снять и показать вам одного и того же характера товар. Все-таки интереснее так. Давайте начнем. И тестирование разделим, наверное, на два видео, потому что здесь будет очень много товаров таких, что нужно тестировать долго. Так, ко мне пришли наши всеми любимые, да, Shiny от Rosalind. Три цвета. Так, мы сейчас с вами посмотрим. Раз, два и три. Сейчас скажу номерочки. Так, номер 390, 401 и 396. Посмотрим, что же я там понабирала. Так. Наш помощник и друг. Супер-ежечек. Вот, видите, фольгировано, не зафольгировано, вернее, а просто вот этой перепоночкой перекрыто. И все. Прошу прощения, что у меня горлышко. Смотрим, да, красавчик. Такой сиреневый, лиловый даже, сказала бы, оттенок. Красивый, фольга, вы знаете, эти все Розалинды. Они не требуют огромного представления большого, потому что они действительно себя очень хорошо зарекомендовали. Давайте посмотрим дальше. Номер 396. То же самое. Сейчас я приоткрою. Видите, даже чуть-чуть оно как бы смято, скажем так. Вот такой цвет, девчонки. А, такой вот именно вот тот у нас был. А этот больше ближе к малину, но тот, наверное, скорее всего, будет лиловый. Это, скорее всего, будет сиреневый. Что я уже в этих цветах так запуталась, что вообще капец. Вот этот красивый цвет тоже. У меня такого нету. В блестяшках я решила посмотреть. Как всегда, было очень хорошее предложение от них. Ну, у них всегда какие-то акции. Что-нибудь добывает. В этом плане молодцы. Этот продавец вообще хороший. Девочки, с ним вообще никогда не было проблем. Все доходит в целости и сохранности. Это, наверное, я уже так смяла. Наверное, скорее всего, что-то я думаю, что это я. Девчонки, заказала вот такой голубой. Сейчас я вам покажу. Тяжело так. Ой, во, вот так. Такая мембранка. О, посмотрите, как он сверкает, девчонки. Нежно-нежно голубой, с таким даже, я бы сказала, морская волна, такой вот подтон. Красавчик. Все, с вами выкрасим на типс обязательно, чтобы посмотреть, как оно будет на типсе, на молочной. На типсе, да, глянем с вами. Так. Как всегда, я везде запачкалась, как обычно. Смотрим дальше. Следующая посылочка. Так, эти тоже от Rosalind. Гелевые пудры, предназначены для дип-системы. Продавец один и тот же. Продавец хороший, я не заказываю, никогда не волнуюсь. Товар всегда доходит в целости и сохранности, причем нормальные сроки. Рекомендую. Ссылочки, как всегда, все бросаю вниз. Все уже к этому привыкли. Не вижу никаких проблем. Заходите, смотрите, выбирайте, покупайте. Так, девчонки, такие вот дела, красивые цвета под номерами 168 и 166. Девочки, посмотрите, какая красотища. Прям так аж раскрыть хочется ее. Сейчас мы глянем, что там. Ой-ой-ой. Так, протестируем, естественно, как она ложится, на что ее лучше. Или делать, как мы вот бывает делаем, да, когда нам лень, на базу, красивую акриловую пудру, и дизайн готов. Сейчас я ее открою. О, вот так. О, все, мембраночка убежала. Ставим ее сюда.
И давайте поглядим с вами. Посмотрите, какая красота. Не искажает. Камера почти, чуть-чуть светлее. Очень. Посмотрите, прям мелко. Посмотрите, как красиво. Девчонки, это будет бомба. Очень мелкая пудра. Очень. Посмотрите. Красота. Видно вам? Так, я буду сейчас себя блестеть. Сейчас я вытру руки. Кошмар. Буду сейчас себя в блестках, как всегда. Так, с... Погнали дальше. Смотреть. Ага. Это Fashion Queen, по-моему. Или Major Digit. Не помню, девчонки, ссылки оставлю, посмотрите. Чтобы был купончик, мне пришлось взять какую-то... что-то я как-то затрудняюсь сказать. Но интересно просто стало. Думаю, надо попробовать. Год на два... От 2 до 3 месяцев. Губочкам. Какую тут раскрывать-то? Все. Открыли. Глянем-ка. С вами. Так. На такой супер веревочке. Вот такая. Она твердая, девочки. Видите, слышите? Как камень твердая. Но при попадании влаги она впитывается и становится очень мягко. Это для пилинга лица. У меня часто отходит кожа, у меня вообще сухая сама по себе, то есть у меня очень много роговичек, надо их снимать. Решила, думаю, попробую, да. Баланс скин, баланс кожи восстанавливает. Может, там какая-то пропитка. Годна 3 года в упаковке, я так понимаю, да? Ну да. А так, 2-3 месяца ею можно пользоваться. Фирма неплохая, хорошие отзывы. Так, Fiber Clean. Vile Message. Боже мой. 100% натурально, боже, боже. Ну, глянем, как там 100% натурально. Ой, господи. Так, все бегут, и я бегу. Эта посылка заказана уже давно. Я все ждала, чтобы снять распаковочку. Цветной полигель, девчонки, от Major Digit. Очень много там отзывов было. Сейчас вы, если я кину ссылочку, вы глянете по ссылочке. Отзывы, в принципе, неплохие. Как всегда, все в блестках. Господи, где же их только у меня нет вечно. Так, мы с вами его протестируем. Так-с. Какой он у нас? Ну, воздуха нет, это точно. Он такой жидковатый. Цвет такой ягодный. Ну, неплохой. Быстрый строительный гель, девочки. Быстрый. Ну, посмотрим. Быстрый строительный гель. Так, что там, как там? Остановите камеру, кому надо, почитайте, пожалуйста. Тут, конечно, очень хорошо написано, но неважно. Инструкция, наверное, по применению. Тянем с вами. Так, погнали дальше. А, моя лампа вспомнила, что ей надо поработать. Бюджетные ссылочки были в Юлии Махоновой, по-моему, в группе. Я не помню, где точно, но уже неважно. Бюджетные капельки. Мы с вами их протестируем, посмотрим. Вот таких 3 цвета. Раз. Видите, почему цена была небольшая? Потому что не стекло, пластмасса. Но мне не важно. Мне главное, что интересно просто стало. И мне хочется попробовать, что это такое и как с ним, что кто делает. Просто стало интересно. 0,7. 0,1 и 0,2. Ничего не протекло, девочки. Вот такие они. Это такая розовенькая. Интересно, сейчас скажу, запах есть или нету. Пахнет красками. Высыхает моментально, видите? Уже высохло. Протестируем. Что-то с ними повыдумываем, девчонки. Так, дальше. Пришел ко мне вот такой гель, девочки.
Не буду коверкать свой супер язык, потому что я не прочитаю, естественно, на английском. То есть, как бы заявлено у продавца, даже там на фотографиях целая инструкция есть, как пользоваться этим гелем и для чего он предназначен. Во всех фирмах высокого уровня, я имею в виду, там, вы же понимаете, Гратол и прочее, там, Мисси, по-моему, еще нету, Гратол, я видела, Вок, подожди, где же я еще видела? Уна, еще где-то. База для проблемных ногтей. Это сюда. Вот эта база, заявленная продавцом, да, видите, она тягучая. Я скажу, какой аромат. Как у всех китайских баз, девочки. Ну, не важно. Нам интересен результат. Для проблемных ногтей, у кого сильно ломкие, да, тонкие, истонченные, не держатся материалы и прочее, прочее, прочее. Как бы для этого. Недорого стоило, я взяла его в распродажу, то есть, в принципе, не знаю, с чем его, как его, короче, посмотрим. Так, дальше. Стало интересно просто. О, да. Это у меня гель с файберглазом. Не знаю, девчонки, что, ну как его, куда его, зачем его. Ну, я, насколько поняла, там у многих блогеров видела, что им вместо стекловолокна, оно у меня, кстати, тоже есть, я его не решаюсь попробовать и, наверное, не буду его пробовать. Вот, потому что уже мода на него, слава богу, прошла, потому что все поняли, что это очень опасная вещь. Ой, консистенция такая интересная, да? Очень интересная консистенция. Что-то... Аромат вообще фешенебельный. Видите, тут есть, видно, что тут есть. Вот, видите, торчит. Так вот, ближе сейчас вам поднесу. Видите, торчит. О, на солнце, не солнце, на лампе переливается. Стекловолокно. Ну, на типс мы с вами, конечно, выложим. Глянем. Ну, взяла там маленькая баночка. Недорого, наверное, скорее всего, двойное дно, там глянем с вами, написано Fiber Base Code, да, глянем, так, и пока на сегодня, это я уже что-то раскрывала, а, да, я раскрывала, она была запакована вот так вот в эту пупырочку, так все красивенько, аккуратненько, я взяла и достала, чтобы посмотреть, что мне пришло, не могла врубиться, что. Вот такие голографические втирочки красивого отлива, бюджетные, магазин хороший, пришло нормально все, видите, как упаковано отлично, мы с вами их протестируем. Баночки, конечно, были пусенькие, но для небольшого количества людей, вы же не делаете на все ногти, правильно? Хватит надолго. Ну что ж, приступим. Так, приступим, помолясь. Я беру опять коврик, чтобы не запачкать свой фон. И, наверное, мы с вами, что-то я так себе думаю, начнем, наверное, с полигеля. Или не с полигеля. А, нет, мы начнем с полигеля. Мы начнем с выкраски, наверное, все-таки. Наверное, давайте сначала с вами выкрасим эти гели. Вот они, вот так, по порядочку. Чтобы я уже с этим отчиталась и могла на место их убрать, чтобы уже ими не заниматься. Так, так, мокрую, влажную салфеточку. Открываем номер 390. Быстренько, аккуратненько, раз. Эту мембранку мы снимем, чтобы она мне здесь... Вот видите, как хорошо, что я постелила силиконовый коврик. У меня же вечно все падает, вечно все роняется, господи. Так. Что там мои? Кисточки. Сейчас мы ее чуть-чуть приведем в чувство.
и начнем. Работать. Так, погнали выкрашивать номер 390. Ну, в принципе, как я и ожидала, красота неописуемая. Я вот эти гели или как фольгу, я даже не знаю, как их правильно можно назвать. Написано Shiny гель, нехай будет Shiny гель по-нашему, да? Пускай будет такой. Вот, то я выкладываю обычно в два слоя. Сначала один и сверху второй уже завершающий, выравнивающий, да, чтобы было ярче, чтобы было красивее, все проплешинки закрыть, если появились вдруг. Но обычно здесь их не бывает. Так. Ну, вот так вот мы с вами выложили. Красавчик. Что это я взяла и сняла? Все выравнивается, видите, как быстро? Моментально. В общем, девочки, о них много говорят, и я тоже подтверждаю, мне тоже они очень и очень понравились. Очень. Их много, надолго хватит. Ставим в лампу. Типсик. Так, это этот номер. Видите, фольга? Очень тонкая фольга, очень. Берем следующий номер, 396. Открываем и выкрашиваем. То же самое. Сейчас я вам покажу, какие они. После просыхания изменился цвет или нет. Сначала тоненьким, да, потом, чтобы нам было легче распределять второй слой, который будет у нас немного потолще. Так вот чуть-чуть. Попробуем сюда и сюда. Красавчик, конечно. Так вот чуть-чуть сюда. Выровняем, да? Что-то за мной потянулось. Непонятно, что. Не запачкалась. Такой вот темно-малиновый, ближе, даже не знаю, к какому оттенку. Красивый, правда, девочки? Сверкают они очень красиво. Так, и номер 401. Голубенький такой. Видите, сколько фольги, девчонки, в них я запачкалась, конечно, свинка. Ну ничего. Так, мембраночку сразу сюда. Пускай лежит на месте и не беспокоит нас. Так, погнали. Такой нежный, нежно голубенький цвет, девочки, он красавец, конечно. Я не жалею ни минутки, что я их взяла. Так, и второй слой, чтобы мы не мучились двумя слоями, мы выложим нежненько, нежненько, аккуратненько. Выложим второй слой, более толстенький. Так, распределяем. Девчонки, красивый. Запачкала. Как, боже, сверкает неистово, просто неистово. Это вообще отлично. Ну, погнали. 30 секунд, как всегда. Так. Эту салфеточку мы уберем. Эту салфеточку мы тоже уберем.
Так, возьмем чистенькую. Как всегда же вечно запачкаюсь везде. Девочки, блестит вообще. Посмотрите, я столько вытираю, оно никак не уберет. Все блестит, это кисть. Ну ладно. Так, девчонки, я вам сейчас покажу. И сразу их запакую и уберу. Так, вот смотрите. 390, 396 и, господи, забыла, 401. Смотрите, какая очень красивая. Девочки, смотрите, что творится. Нельзя не влюбиться, правда? Очень красивый цвет, красивый и качество просто вообще на ура просто. И за такую цену, девочки, в других крутых фирмах там это гораздо дороже стоит. Ну, как я и говорила, что в принципе аллергии, как мне многие пишут, аллергия вызывает ля-ля-ля. Девочки, еще раз говорю, что зависит аллергия не от лаков, а от расходников. База топ должны быть отличной фирмы и отличного качества. Так, все, девчонки, я повытирала, наверное, насколько мне возможно, я не знаю. Смотрите, никак не могу, смотрите, что я делаю, как хочешь эту кисточку. Видите, сколько фольги? Класс, вообще, просто класс. Настолько хорошего качества. Так, салфеточку убираем.